хочу рассказать о таком замечательном комнатном растении, которое, наверное, многие знают, и многие с него, возможно, начинали свои коллекции. Это хлорофитум. Есть уже разновидности и кудрявые, есть с такими завивающимися вот так вот всяко-разно листьями. Но это самый такой обычный, хотя разновидность непростая, а вот с белыми полосочками на листьях. Есть еще чисто зелененький и есть еще с такими ярко выраженными желтыми полосочками. Их видов не так много, но все они отличаются своей неприхотливостью, своей красотой, тем, что они готовы стоять в любых темных углах, и в светлых, и в продуваемых помещениях, и в холодных, и в жарких, и тем не менее, как правило, они все-таки выглядят очень хорошо. Легко размножаются, очень легко размножаются. Так вот, вижу тут сухие немножко кончики листьев. Кстати, обратите внимание, если зимой у вас сохнут, вянут как-то вот нижние листья, желтеют, это значит слишком высокая температура и недостаток освещения. Если это происходит летом, то, возможно, недостаток как раз полива. То есть здесь, как и всегда, нужно смотреть. Либо это недостаток чего-то, либо избыток. Как правило, вот связанные либо с поливом, либо с температурой, либо с подкормкой. Размножаются они изумительно легко, у них образуются вот такие вот розетки, причем молодые растения их не выпускают, поэтому если у вас молоденькое растение, вы не удивляйтесь, что таких розеток не будет. Оно должно все-таки быть достаточно большим. И вот можно запросто брать любой из этих, так сказать, любой из этих розеточек сажать, опять же, буквально даже сразу в землю, и у вас уже появится новая растенница. Оно цветет весной такими мелкими цветочечками беленькими. Ну, красота действительно у него не в цветении, а вот в общей такой красивой декоративности. Иногда его все-таки надо пересаживать, особенно когда же корешки начинают выбираться из горшка. Поливать, ну вот я стараюсь поливать регулярно, например, не давать там просыхать почве, и поэтому он такой у меня пышненький, хорошенький и недавно пересаженный, поэтому начинает вот выпускать всякие эти розеточки, листья начинают укрупняться, когда он пересажен, листья становятся не мелкие такие, сразу становятся более широкие, полоски на них становятся ярче, поэтому не поленитесь, если у вас есть этот цветочек и кажется вам, что он такой невзрачненький, просто пересадите его в землю. Земля подходит любая, он в этом плане неприхотлив, и удобрения он не требует так часто, но все-таки постарайтесь хотя бы там раз в месяц летом поливать. Зимой можно его немножечко оставить в покое, но тоже так не слишком. То есть он и требует внимания, но в то же время не умрет, и ничего с ним не случится, если вы чуть-чуть немножко о нем забудете. А так, мне кажется, идеальное растение. Кто бы мог подумать, что оно уже 200 лет культивируется вот как комнатное растение, потому что ведь действительно были какие-то времена, когда и не было комнатных растений, наверное. Вот интересно, что держали на подоконниках или в домах лет там 200-300 назад, в средние века какие-нибудь, например, не знаю, наверное, может быть, какие-то гераньки там были уже в те времена. Надо будет почитать, кстати говоря, такая интересная тема для следующего видео. Вот. А пока, конечно, могу вот посоветовать это растение всем, потому что оно прелестно. Хорошо, если есть возможность поставить его либо где-то на отдельный, он у меня стоит на такой высокой тумбочке, но стоит немножко задвинутый в уголочек, а если есть возможность как-то отодвинуть его и где-то на подставочке высокой поставить, то он будет невероятно смотреться красиво, как и папоротники, которые любят так, чтобы вокруг них был простор, куда раскинуть эти листья, куда разрастись. Поэтому, если такая возможность есть, то выделить ему какой-то такой светлый уголок, где он будет стоять так одиноко. Ну, можно его и вешать, кстати говоря. Конечно, когда он сейчас такой большой и тяжелый горшок у него, я уже не подвешу, но пока он еще молоденький, вот у меня он тоже как бы висело там над подоконником, очень хорошо себя чувствовал, очень красиво смотрелись вот эти длинные со всех сторон как бы розеточки, которые он выпускал в разные стороны.
Рекомендую. Замечательная растенец. Обратите на него внимание, если вы до сих пор с ним не были знакомы. Вот если вам хочется, чтобы дома было много-много такого чего-то кустисто-зеленого. Всего хорошего. До следующих встреч.